Ну что ж, Нивик, Крабграсс, Крабетрово. Зашибись название. Поехали. Будем мочить крабиков. Ну или они меня замочат. Не фонтан. Иди отсюда. И все, сумка полностью забита. А можно мне одну сумку там, или хотя бы бронежилет? Я бы не отказался. Да, видимо, нет. Только вон его штаны. Ай, без брони не вариант идти, если честно. Немножко закрысить, но без брони воевать это я бы никому не советовал, если честно. Так, заправимся немножко. И можно двигать. Тем более у меня есть битфул. Поехали искать народ. Люди, люди, эй. Шикарная парковка. Плохая крыска.
зря ты это сделал. Как насчет гранаты? И вперед! Бабах! Ой, это так, чтобы не мучиться. Чувствую, дроп мой уже упёрный. Чуть не сдох. А все из-за моей же потокости. Пожалуйста. Плохой, плохой. Говнюк. Я ж тебя поймаю и накажу. Звезда тебе. Что-то хотел, видимо. Сейчас посмотрим, что я хотел. Когда я приеду к тебе на своем месте? Так, так, быстрей. И вваним отсюда. Надо постоянно держать энергетики на уровне, чтобы я мог быстро бегать, прыгать и скакать. И вон идут на карте. Как-то умерла. Мне не нравится.
подкрался. А еще там где-то была какая-то крыса, я слышал. Выстрелы из глушака. Определенно. Гроза. Побежный бой я, конечно, рискую, ну да ладно. Едем! Бах! Минус Рамазан. Так. Здесь вроде тачка была. Или нет? Или да. Или не шиша. А, нет, есть. Так. Все хорошо. Давай, пони, ты сможешь. Ты же тащер. Ну да, порой криворукий, но все же тащер. Сейчас как затащу на дно. На самое дно. Кемперы. Ну конечно, долбаная гроза, и я не дожал еще. Да ладно, прям краешек КП. Эй, рачина. Крысиная рачина просто. Ну, 5 фрагов это показатель, что он сидит в основном. И то, что он сидел на краю зоны тоже. Эх, обидно. Проиграл какому-то бомжу. Ну да ладно. В целом, матч довольно неплохой. Я доволен. О, еще и РП мещу выполнил. Ну что ж, друзья. Вот такой вот получился соу-раунд. Не знаю, как вам, в целом я доволен, за исключением того, что меня убила какая-то побойная крыса. Да, такое случается, и в PUBG таких, увы, много. Но насчет этого не стоит париться, потому что всегда найдутся хорошие игроки, которые захотят повоевать. С вами был Пьяный Пони, и не всегда получается побеждать. Извиняюсь. До новых встреч, еще увидимся, пока.